Программа «Новина регион» телерадиокомпании «Могилёв» вышла на международный уровень. Международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ Содружность» открылся у Ереване. Он ладится у 6 раз, и тема этого года – «Новины – наша профессия». В основной программе представлены 28 работ от 20 телекомпаний. Сярод их и штодённая информационная программа «Новина регион». Основная мета фестивалю – развитие одной информационной просторы супрацовництва помеж телекомпаниями и профессионалами медиа галины краин СНД и близкого замежа. У огляде берут удел представники телеканалов Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Латвии, России, Украины, Узбекистану. ТРК «Могилёв» удел у фестиваля бере упершиню.